включать плиту. Все подключено, газ-контроль, все включено. В доме сестер Любови и Галины Поповых радостное событие. Работники Мособлгаза подключили жилье к газопроводу. Все идеально работает. О дешевом голубом топливе сестры мечтали более 20 лет. Однако до этого года подвести газопровод к их двору было непозволительной роскошью. Газ мы хотели подключить. Первый раз мы пытались это сделать в 90-х годах. Сказали, не было технических возможностей. В 2015-м возможности появились, но суммы, озвученные Мосгазом, были неподъемные. Это было где-то в пределах 2 миллионов. Социальная газификация в Московской области реализуется по поручению президента. Сестры Поповы стали одними из первых в Химках, кто принял участие в программе. Это была рассылка губернатора, да, письма на почту пришло, что начинается социальная газификация. Это было конец июля, и через интернет я подала заявку. В сентябре специалисты начали подключать дом к газовой магистрали. Инженеры проложили под землей газопровод прямо к участку химчанок. Провели трубы внутри дома, установили счетчики, газовую плиту, дополнительное оборудование. Мособлгаз реализовывает программу энергоэффективности, и в дома устанавливаются современные счетчики с GSM-модулями, то есть нет необходимости абоненту передавать показания по старинке, приезжая на службы. Все можно отследить в личном кабинете, все показания передаются автоматически, и Мособлгаз в любой момент времени может увидеть показания абонента. С участниками социальной газификации работает специалист проектного отдела. В зависимости от площади дома и пожеланий людей, им подбирают оборудование. Галина и Любовь Поповы дополнительно докупили двухконтурный газовый котел. Он моментально нагревает водопроводную воду и полностью отапливает жилье. Теперь женщинам не придется пользоваться электрическими отопительными приборами. Электричество нам выходило где-то в пределах 5000 за месяц зимой. В квартале Морщихина, где проживают женщины, газ уже подведен к 8 домам. И в ближайшие дни люди также смогут пользоваться дешевым голубым топливом. Воспользоваться программой могут владельцы земельных участков с зарегистрированным на нем жилым домом. Населенный пункт должен быть газифицированным, а удаленность земельного участка от газовой трубы не должна превышать 200 метров. Благодаря данной программе у граждан появилась возможность подвести газ к границам земельного участка совершенно бесплатно. Если же граждане еще не приняли участие в данной программе, они имеют такую возможность подать заявку через портал госуслуг, через МФЦ, либо же через сайт Мособлгаз и его офиса. Теперь Галину и Любовь Поповых будет согревать дешевый газ. А радовать глаз вот это хвойное вечно зеленое дерево. Это подарок от территориального управления микрорайона Сходня. Спасибо вам за заботу. Вы, в общем, действительно участие принимали, интересовались каждым этапом работы со стороны администрации. Монтажникам, которые работникам Мособлгаза, монтажникам, но у людей золотые руки. Вот они сделали действительно на совести, мы очень довольны. Всего в Сходне заявки на участие в программе социальной газификации подали более 50 человек.